У нас приємний гість Аурімас Моцкус, волонтер і блогер із Литви. Аурімас, радий бачити. Добрий день, доброго ранку, Україна. У нас уже вечір майже, так що Аурімас збирається в дуже довгу подорож. Аурімас сьогодні спустив на воду човна, на якому піде дуже далеко, і його похід буде присвячений підтримці України. Як пройшов спуск вашого корабля, вірше вашого човна, не знаю, як назвати його, новим комчегом на якийсь час на воду? Спасибо за вопрос. Конечно, если я сразу извиняюсь, я буду на вражеском языке разговаривать. Я, конечно, понял вопрос этот, но отвечать буду только на казахском, если можно. Спустили на воду, все хорошо. Сегодня как раз было спущение лодки. Там 2 недели назад или 3, может быть, делали переворот. Это нужно было узнать, насколько она безопасна при повороте. Это тоже прошло все успешно. Так теперь уже, как видите, лодка как раз за мной, и она уже готова к плаванию. Теперь процесс пойдет весь к подготовке на воде. В гаражі вже все встигли зробити. А коли плануєте виходити? Нагадайте, будь ласка, і яким буде ваш маршрут? Я планую стартувати з Сан-Дієго, це Каліфорнія. І маршрут буде з Сан-Дієго до Австралії, Брізбена. Так планується, звісно, але як Бог дасть, звісно, так побачимо. Маршрут создается где-то 12 тысяч километров, если смотреть. И вы цей маршрут будете идти на веслах, на ручном ходу? Да, как видите, как раз теперь показывают лодку, и вот весла видны тоже как раз за мною. Это одна пара, всего их будет 3 пары, так всего 6 весел. Ви зупинятиметеся в портах, ваша мета тоді перебування, що ви будете говорити місцевим? Яка взагалі мета от популяризації України цим переходом? Знаєте, для кожного нужен как бы желание, нужен иметь интенцию. Эта интенция мне пришла, когда я приезжал в Украину с гуманитаркой. Когда я вам привозил на фронтовую все, что нужно, и, конечно, видел, как ребята и жители вашей Украины страдают от этой войны, каждый раз думал, как все больше можно обратить внимание мира, как вам больше помочь, и решился как-то вот, что есть такая возможность обратить внимание, сделать что-то нереальное, то, что кажется другим, может быть, невозможное. Я думаю, что для людей, для человека все есть. Возможно, нужно только желание иметь. И чтобы не было пусто, это проплытие, как бы, я думаю, я такой литовец маленькой страны, Литвы, сделаю это и посвящу это жертвам этой войны Украины. Як ви назвали свого човна? Наскільки я пам'ятаю, він з України родом. Да, это название этой лодки, если я хорошо помню ваш вопрос, Куршис. Это старое балтийское племя этого места, где я живу. Так мы раньше так и назывались, Куршис. Это курские викинги. Как бы и были такие племена, которых даже викинги боялись. Так вот, я хочу припомнить нашу историю. Даже название, если видеть, она написана на литовских старых рунах. Это тоже мы имели свой, свои буквы. И вот это все, что есть. Да, письменность. И мы эти все орнаменты, все как раз вот на лодке есть. Все уникальное и все из наших курской этой мифологии. Традиции, да, мифологии. Аурімас, ви зараз дуже активно готуєтеся до переходу. От фізично це дуже втомливий процес. Як ви готуєтеся? Які запаси енергетики ви з собою будете брати, щоб 12 тисяч кілометрів пройти на веслах? Це неймовірна відстань. Весь переход планується где-то 8 місяців. Підготовка йде тепер, звісно, в спортзалах. Но я так думаю, що все одно найбільше це буде психологически 8 месяцев пробыть одному.
без помощи, без какой-то вмешательства, скажем так, во благо природы нашей. Так если мне это выйдет, если я удаляю свои эти все препятствия, я думаю, я буду рад с собой и вынесу это побольше к миру и обращу внимание хотя бы, что надо останавливать эту войну, что надо это... чем быстро закончить, и чтобы вы получили то, что ваше, что отобрано от Украины, то, что... Я не знаю, я теперь даже такой холост в голове, так много всего хочется сказать, чтобы вам пожелать всем быстрее мирного неба. И я надеюсь очень, когда я выплыву, когда я буду возвращаться, у вас будет уже победа, вы будете победителями, и у вас все земли будут уже... українським составі. Я знаю, що ви спілкувалися і допомагали багатьом підрозділам, і вони дарували вам шеврони. Ви берете ці шеврони з собою в похід? Да, я тільки тепер ще поки не можу показати, оскільки я сьогодні тільки спустив лодку, і шеврони, от якраз жду ще некоторих хлопців, повинні вислати мені з України, обіцяли, яких я не встиг отримати. Хотілося б отримати зі всіх воинских частей, где я был, которым помогал, это и 93-я, и 91-я бригада, и 45-я, и 23-я, кажется, я уже даже честно не помню, и знаю, что это ваши волонтерские, ваши добровольцы тоже там были навещены. Ну, одним словом, с чем я имел контакт, я думаю, каждый пришлет свой шеврон, может быть, даже и другие, которые просто хотят, чтобы этот шеврон проплыл через Тихий океан на веслах, и я постараюсь это сделать. Ваша дружина вас с легким сердцем отпускает? Как уже много кто знает, что я такой нетихий в своей жизни, мне хочется экстремальности, я люблю это предел такой, как другие, может быть, скажут, почувствовать себя на пределе грани. И это не первый мой поход. Я и на мотоцикле катался с Литвы до Индии, ехал по старого путешественника нашего литовского Антана Сапожкаса пути. И пешком ходил тысячи километров на пилигримских дорогах. Так это не будет мне что-то такое, конечно, то, что я не думаю, что я сделаю. Я думаю, что я сделаю, и... Но это будет что-то новое, то, что я еще пока не делал. На веслах я еще так далеко никогда не плавал. Що ж, Аурімас, дякую вам за цю ініціативу. Ми домовилися з вами, що будемо час від часу висвітлювати ваш перехід. Якщо у вас буде можливість виходити в етер із Тихого океану, ми з радістю будемо надавати вам можливість поспілкуватися з нашими глядачами, тому що Аурімас, нагадаю, це робить для популяризації України і на підтримку України. Аурімас, спасибі. Гарної підготовки. Вам слава Україні. Героям слава.